Чтобы изготовить такой спиннинг, берут лист графита. Его нарезают на куски, следуя точным измерениям. Одна ошибка, и удилище окажется испорченным. Это будет трехсекционное удилище, нижняя часть, средняя и конец. Заготовку кладут на сужающийся стальной сердечник и снимают бумажную подложку. Этот аппарат оборачивает графитовую заготовку вокруг сердечника. Все три секции удилища изготавливаются одинаково. Графитовая полоска на конце используется как упрочняющий элемент. Графит остается на сердечнике для следующего этапа. Графит обертывают полипропиленовой лентой, чтобы выдавить воздушные карманы между слоями. Затем заготовки отправляются в печь и пропекаются 1,5 часа при 125 градусах Цельсия. Пленка не плавится, а смолы в графите плавятся, спекая завернутые слои вместе. Затем усадочную пленку удаляют, а графитовую заготовку снимают с сердечника. Теперь заготовки будут окунаться в специальный состав, который сделает их темно-синими. Покрытие снова обжигается 1,5 часа при 150 градусах Цельсия. Затем секции удилища замеряются, обрезаются до нужного размера и соединяются. Сгибание без слома – это сильная сторона графитовой удочки. На конце горячей склейкой закрепляется наконечник из нержавеющей стали. Затем собирают крепление для катушки. Эта контргайка позволит закрепить катушку. Нижняя втулка предотвращает соскальзывание. Пробковые кольца склеивают, создавая ручку. Затем ей придают форму с помощью стамески и наждака. Затем ставятся направители для лески. Чтобы закрепить его на удилище, его обматывают ниткой. Последний этап гарантирует, что все не распустится. Удилище закрепляют на вращающемся стенде и покрывают нитяную обертку 3 слоями эпоксидной смолы. Это не только ее защищает, но и придает удилищу приятный блеск. Теперь в крепление катушки вставляют металлическую ножку, и оно готово к установке катушки. Но прежде чем можно будет забросить спиннинг, на удилище надо нанести информацию, название модели и серийный номер. Последняя проверка. И почти можно начинать. Катушка встает на место и легко регулируется контргайкой. Осталось забросить крючок с наживкой, сесть и ждать, положившись на судьбу.